сегодня Австрия сыграет со сборной России. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие крайне приятное и важное. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. И вот мы видим состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Мы видим состав команды гостей. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Глушаков. Тут может что-то получиться. На дальнюю подать. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Дзагоев. Александр Кокорин. И вперед он идет. Обыграл как дерево. Спасает он свою команду. Мяч ушел на угловой. Интересно, у нас сегодня вывеска. Есть пара звездных игроков. Игра должна получиться крайне увлекательной. Верно, Константин? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды постараться не дать им развернуться и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол сегодня. Самедов. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Отличный сейв вратаря. Давид Алаба. Марко Арнаутович. Это опасный штрафной. Судья назначает штрафной. Мне кажется, следующий штрафной ему бить не стоит. Ну, у всех бывают промахи, даже такие очевидные. Вообще, в следующий раз надо исправляться. Алан Дзагоев. Пока неплохо. С мячом вперед он идет. Бей и выводи команду вперед! Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Thank you.
Алан Дзагоев. Александр Кокорин. Это может быть опасно. Кокорин! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Кокорин. Можно сделать навес. Подает на ближнюю. Есть гол! Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Какая атака, а? Какой гол? С правого фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех было не воспользоваться. Ну, тут все очень хорошо. Они разыграли. Навес, удар, гол. Отлично, удар головой. Этот игрок умеет так пробить. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Алаба. Это может быть опасная атака. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Самедов. Федор Смолов. Самедов. Будет навес. Можно бить. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Два гола, один за одним. Оборона поплыла немного. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пас на ход партнеру. А это шанс один отыграть. Бей! Жирков. Александр Кокорин. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Давид Алаба. Алан Дзагоев. Посмотрим за этой атакой. Марко Арнаутович. Алан. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Денис Глушаков. Тащит вперед мяч. Вратарь легко ликвидирует угрозу. Грамотный пас, все по делу. Юлиан Баумгартлингер. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды.
Какой удар! Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Загоев. Он уходит от защитника. И игрок с мяч. Алан Загоев. С углового мяч будет введен в игру. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Удар. Вот так и нужно играть в обороне. Алаба. 3 минуты добавлено к основному времени. Мяч потерян. Отличный перехват. Кокорин. Отлично сыграно. Надо решать. Алаба. Арбитр отправляет команду отдыхать. 2-0. Перерыв. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит, полдела сделано. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Кокорин. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Алаба. Игрок поспешил, залез в офсайд. Александр Самедов. Дзагоев. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Тут может что-то получиться. Арнаутович! Александр Головин. Алан Загоев. Может получиться интересная атака. Давид Алаба. Очередной точный пас в его исполнении. Алаба. Алаба. Это может быть опасно. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Алаба! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Пошли последние полчаса игры. Смолов. Жирков. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Денис Глушаков. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Есть еще возможность провести контратаку у команды. Отлично делает передачу. Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру.
Фернандес. Денис Глушаков. Юрий Жирков. Пока неплохо. Потерял он мяч, но кому он достанется? Основное время истекает через 20 минут. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Ну, штанга! Защита первая на мяче. Вынос. Юрий Жирков. Это может быть опасная атака. Алан Загоев. Атака прервалась на подступах к штрафной. Алаба. Тащит вперед мяч. Арнаутович! Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Алан Загоев. Посмотрим за этой атакой. Подача. Чей мяч будет? Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Марио Фернандес. Денис Глушаков. Загоев. Могли забить, если бы не защитник. Кокорин сегодня хорош, согласись, Константин. У вратаря и защитников уже голова идет кругом. Очень активен он сегодня. Много бил, и один удар его оказался результативным. Алан Загоев. Головин. Отлично сыграно, надо решать. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Точно сопернику в ноги. Неудачная. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Давид Алаба. Алессандро Шопф. Шопф! Удар заблокирован. Счет прежний. Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой. Трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Марко Арнаутович. 2 минуты добавляют сюда. Марко. Удар! Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Очков за эту победу, конечно, не присудят, а вот премиальные, наверное, выпишут. Ну, конечно, и премиальные выпишут, и в новостях лишний раз дифирамбы споют. Полезно это для любой команды. Он может быть доволен своей игрой, здорово сегодня помогал команде.
Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием. Можно сделать навес. Подает на ближнюю штангу. Будет навес. Можно бить. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Ну, штанга!